К 2025 году в стране планируется модернизировать 1000 школ малых городов и сел. В Министерстве образования сообщили, что данная инициатива реализуется в рамках предвыборной программы главы государства. Модернизация направлена на сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами, создание соответствующих условий для качественного образования и обучения детей, укрепление материально-технической оснащенности образовательных центров. В рамках ремонтных работ в школах проведут ремонт, обновят школьную мебель, пополнят библиотеки, а также примут соответствующие меры по улучшению питания и безопасности детей. В новом учебном году планируется оборудовать около 1000 современных аудиторий по робототехнике, химии, биологии и физике. Также планируется обновить более 750 библиотек, около 500 столовых, провести ремонтные работы более чем в 700 образовательных центрах.